Тепловики обязаны содержать свои коммуникации в нормативном состоянии. Однако соблюсти эту норму не всегда возможно. Причина – незаконные с точки зрения приказа Минстроя номер 197 строения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей. В Ульяновске по самым скромным подсчетам таких объектов около 300. Причина их появления разная. Выданные когда-то кем-то по невнимательности разрешения на установку торговых точек, павильонов, стоянок вблизи тепловых коммуникаций. А где-то это и банальный самострой. ПАО-Т Плюс давно постоянно проводит плановые рейды по выявлению таких объектов. Задача не кошмарить бизнес, а предостеречь от возможных последствий. Вследствие аварии трубы, находящейся вблизи либо под торговым объектом, может образоваться промоина, куда рухнет не только сам павильон, но и люди, находящиеся в нем. Билборды, рекламные щиты по той же причине могут просто попадать на головы прохожим или повредить чей-то автомобиль. Поэтому цель Т-Плюс прежде всего обеспечение безопасности людей. Большое количество малых торговых объектов в Ульяновске находится в охранной зоне теплосети, как, например, здесь. Теплосеть проходит как раз по тротуару, а по бокам расположены киоски. Случись что, здесь начнут раскапывать, и эти торговые точки, к сожалению, обвалятся прямо в яму. По существующим нормативам любые строения могут быть приближены к теплосети не более чем на 5 метров. Согласующие органы, десятилетия назад дававшие разрешение на строительство и установку, об этом просто не думали. Сложилась ситуация неприятная для всех. 2 года назад, в 97-м, мне дали же разрешение. Кстати, вот сколько вот ремонт идет, они меня не трогают, они как раз вот там еще примерно 1-1.5 метра остается. До теплотрассы. Там теплотрасса идет. Убирать любое строение, простоявшее не один десяток лет, не хочется никому. Однако замена труб после десятилетий эксплуатации – вещь необходимая. Да и для того, чтобы качественно произвести ремонт, нужно место. В процессе эксплуатации тепловых сетей, там проведения ремонтов плановых, неплановых, возможно повреждение этих объектов. Плюс увеличивается срок реагирование на нештатные ситуации какие-то, потому что несанкционированно размещенный объект, он препятствует доступу к тепловым сетям. Горожане хотят жить в тепле. Т-Плюс обеспечить это тепло и получить заработок. Предприниматели спокойно торговать и строить. Встает извечная российская проблема. Что делать и кто виноват? Т-Плюс считает, что на первый вопрос ответ прост – соблюдать закон. Объекты эти воздействуют определенным образом на конструкцию тепловых сетей, то есть своим весом, там, близким расположением и так далее. Вот. Мы направляем неоднократно в администрацию города уведомления о размещении таких объектов, информируем надзорные органы, информируем собственников или арендаторов этих помещений. Однако, если некоторые на диалог идти готовы, то с другими даже связаться проблема. Можно директор вашего телефончик или еще что-нибудь? В интернете найдете. Давайте попробуем найти в интернете. Телефон директора этой булочной – информация закрытая. Работники его не дают. Интернет тоже не торопится выдавать информацию. А номер, который наконец-то удается найти, провайдер определяет как набранный неправильно. На улице Буинской теплотрасса вообще используется владельцем автостоянки как ограждение. Он не принимает во внимание, что если трубы прорвет, ему придется очень туго. Ульяновский филиал ПАО «Т Плюс» уведомит о каждом факте нарушения охранной зон органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов будут выданы предписания по устранению нарушений. Если вам известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просим вас сообщить по телефону 8 84 22 45 68 88.